скульптуры, которая, к сожалению, уничтожена. Бамианские Будды в Афганистане. Эти прекрасные статуи были выполнены в Афганских горах, в буддийском монастыре. И выполнены они, когда смотришь внимательно на стилистику этих статуй, скорее всего, греческими мастерами, скорее всего, в эллинистический период, времена Александра Македонского, потому что все складки, вьющиеся волосы, оставшиеся, которые можно себе представить, те черты лица, которые правильно с точки зрения анатомии человеческого лица должны были быть, это все поздний эллинизм. При всем при том, что эти статуи символизируют буддизм и говорят о том, что в том месте, где вот эта провинция Бамианская находится, был не ислам, это доисламское верование, на этой территории процветал буддизм. Ну, кто-то из вас знает, кто-то не знает, что эта статуя была уничтожена. Я выдумаю. Талибаном, конечно. Талибаном. А почему? Мы сейчас с вами коснемся очень современной темы. Почему уничтожили, кому мешали статуи Будды? Две статуи были. Один чуть повыше, другой чуть пониже. Но вообще очень больше. Почему они уничтожены были? Чем они мешали исламистам? Конечно. То есть сперва, на первоначальных этапах, было уничтожено лицо, потому что ислам запрещает демонстрировать лицо человека или Бога, неважно. Лиц не изображает ислам. И на втором этапе они были просто взорваны, потому что буддизма не было. С точки зрения ислама, буддизма на их территории не было никогда. Всегда был только ислам. Ничего не напоминает? Никого не напоминает? Вот это вот вакханалия, которая у нас вокруг памятника Щорса сейчас происходит, не напоминает, нет? То есть наши с вами, и особенно ваши внуки и правнуки, не будут знать, кто такой Щорс. Он для них будет все равно, что египетский фараон. Но красивый конный памятник, если он все-таки останется в Киеве, он украшает собой бульвар. Всегда мне очень хочется задать вопрос тем, кто до основания закинул. А что вы можете предложить вместо? Хорошо, вы хотите разрушить. С точки зрения варварства, это понятно. А что вы можете предложить взамен? Памятник кому? Скульптура аналогичная Голодомору. Я подозреваю, что хорошим аналогом Щорса был бы Сашко Билл. Угу. Я думаю, что все равно не хватило бы мозгов не разрушать вот то, что происходило веками. Но впервые прочитать историю и разобраться, что не надо разрушать, хотите созидать, мы собираемся вроде переименовать Борисполь в аэропорт Малевич. Слышали вы такое? Да, вроде, да, было несколько вариантов, но склоняется, значит, типа больше всего проголосовали у людей за аэропорт Малевича. Давайте поставим памятник Малевичу. Только не вместо Щорса, а в Борисполе, в аэропорту. Хотите созидать, пожалуйста? Зачем разрушать? Ну вот мне хочется ту некоторую общественность так потрясти хорошенечко за то место, которое, в котором должны быть мозги.
и объяснить, что это делалось, вот бамиянские Будды, это из той же самой серии. Что не нужно трогать памятник, который является, вам скажет любой искусствовед, любого цвета, белый, оранжевый, голубой, неважно какого цвета, если искусствовед профессионал, он вам скажет, лучший конный памятник Украины. Это лучший конный памятник. А скульптор Лысенко, который дедушка моей подруги Люси Лысенко, он ученик Родена, люди добрые. Он не просто себе скульптор, он ученик Родена. Кто делал этот памятник? Давайте разберемся, кому он принадлежит. То есть я понимаю, что тем, кто уря и давайте все разрушим, хоть бы Микеланджело там был, все равно будет. Давайте разрушать. Поэтому варварство, это, конечно, бич нашего времени. И когда я говорю о музейных тайнах, то я вам открою тайну, которую... Ну, то есть все знают про уничтожение бамианских Будд, но никто не знает, кроме специалистов, что открылось за ними. Когда они были взорваны, туда приехала группа экспертов, специалистов. За ними открылись вот ходы. Это был пещерный монастырь, в котором жили буддисты. И там оказалась масляная живопись. Интересно, правда? По-моему, вот, это еще то, что сначала было разрушено, а сейчас их вообще нет. Нет. Сейчас нет. Сейчас просто скалы и все взорвано. А целое изображение? Нет, они дошли до нашего времени перед тем, как разрушили их Талибан, разрушил уже в таком состоянии. То есть на протяжении времени что-то разрушалось само от времени, выветривалось, это же скалы, а что-то разрушили люди. Дальше. А в каком году их разрушили, простите? 2000, могу вам сказать более точно. То есть это вот недавние годы, 2000 какой-то год. Спасибо, прочитала. Причем это демонстрировалось на всех каналах. Я даже сама видела, как это происходило. Выступали эти представители Талибана. Сказали, что им повелел их главный, значит, талиб. Он сказал, что это они уничтожают этот памятник. Памятник ложный. Потому что никогда на территории Афганистана не было людей. Итак, мы смотрим с вами следующую очень интересную картину, которая называется «Поклонение волхвов» и принадлежит Гериту ван фон Хорсту. Это голландский человек, голландский художник, который до такой степени обожал творчество кого? Кто сказал? Это так робко. Все тоже. Караваджо. Был поклонником Караваджо, был последователем Караваджо. Что он в традициях Караваджо создал картину. Итальянские искусствоведы, как говорится, посоветовали специалисты искусства герцогам приобрести, итальянским герцогам, семейству Медичи, приобрести эту картину. И эта картина была приобретена и оказалась в музее Уффици. Но мы, Танечка, ее там не видели и не увидим никогда. Потому что в 90-каком-то году, 1993-м, по-моему, прогремел выстрел, взрыв, вернее, террористический акт возле галереи Уффици. И эта картина вместе с несколькими другими картинами погибла. Значит, когда прозвучал вот этот террористический взрыв, то после этого в галерее Уффици срочно стали разбираться. То есть самое главное сокровище, слава Богу, не пострадали, мы их видели. Но тут
угол, где находились голландские мастера, очень сильно пострадал. Большая часть работ отреставрирована. Герарда, которого называли итальянцы, его называли Герард Ночной, потому что он изображал в основном сцены, которые происходили ночью. Ему ужасно нравилось вот этот эффект хиароскура, который придумал Караваджо. Эта картина навсегда потеряна, потому что она реставрации не поддавалась, от нее ничего не осталось. Но мы, когда были в Уфице, естественно, мы об этом в тот момент не знали. Дальше. Вот это вид Уфицы, прохода во Флоренции, где расположена галерея в нескольких этажах.